«Милиция с народом». Так говорили раньше. Современная версия этого лозунга такова. «Милиция с народом. Делает, что хочет». Друзья, вопиющий случай противоправных действий стражи порядка зафиксирован в Ялте. Без санкций и представления правоохранители вошли в дом жительницы Ялты и под видом обыска украли личные вещи на общую сумму около 300 тысяч гривен. Все это было зафиксировано на камеры видеонаблюдения, висящие в доме. Вот старший группы собирает улики, бутылку виски и коньяка. А его коллега забирает хозяйский бинокль. Понятые тоже активно помогали следствию. Кстати, даже после этого видео местная прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников милиции и обвиняет в произошедшем понятых. Естественно. Если так и дальше пойдет, и они будут безнаказанно брать, что хотят, то наша честная милиция скоро будет выглядеть вот так. Наша служба и опасная, трудна. И на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порог, честно говоря, мало того, еще пара-тройка таких инцидентов, и в детских журналах появится вот такая головоломка. Причем подвох в том, что разницы-то никакой нет. Так что, уважаемые граждане Украины, если у вас на улице, не дай бог, украдут телефон или сумочку, не спешите звать на помощь милицию. Дешевле будет.